Здоровенькі були, люди добрі, на каналі Ріна Бауер, не бой зі мною. Я в такій домашній обстановці, як ви бачите, машина у мене така лична, так? Да? Не на commercial, не трак. Я еду в штат Джорджия, еду к своей сестренке в гости. Со мной Элечка, но она там запряталась внизу, я ей постелила матрасик для собачек, одеялка, и она там зарылась, она очень не любит ездить у меня, моя собачка, но такая домашняя она. Но иногда я ее беру с собой, хочет она, не хочет, сейчас лето идет, я ее беру с собой, даже в траке, везде она будет со мной путешествовать, пусть привыкает, как говорится. Но в первую очередь, в прошлом ролике был комментарий, опять-таки, от канала «Деревенская жизнь в Америке», по-моему. Я благодарю вас за то, что вы следите за моей движухой и комментируете все. И не только этот канал. Всем людям спасибо огромное, что вы у меня есть, подписчики все. Я вас всех уважаю и благодарю за то, что вы, ну, как-то отвечаете комментарии лайками. Спасибо огромное. Я отвечу на ваш вопрос, который вы задали. Что я, то есть кто я, где я живу, с какого года я в Америке. В Америке я с 94 года, родом с Украины, Киевская область. Ну вот эти все ужасы, где происходят, Ирпень, Буча, Бородянка. Я, кстати, от Бородянки 3 километра жила. Это район наш, поэтому я вот с Украины, я украинка. Что касается в Америке, ну, я жила в штате Нью-Йорк, потом переехала в Айву. У меня есть сын, у меня свой дом личный, частный. Ну, вы так много всего хотите знать, конечно, я вас не знаю. И я вообще не люблю свою личную жизнь выставлять на показ очень много, да, чего. Поэтому извините, пожалуйста, но есть какие-то вещи, которые человек должен... Это личное, и не надо всем все знать, да. YouTube — это чисто океан всякой всячины, да. Меньше знают, крепче спят в наше время люди, да. Много зла, много зависти, много всего. Поэтому как-то так. На траке я работаю с 2019-го. Раньше я работала на заводе по переработке мясных продуктов. Ну, что-то все надоело. И думаю, надо что-то поменять. Мне рутина вот заводская стала не нравиться. Вот как-то стаешь старше и хочется чего-то другого. Поэтому я поменяла карьеру свою, стала другой. Совершенно другое, не то, что я делала раньше. Вот. Как-то так. Живу в Айове, Айова прекрасный штат для меня, мне нравится. Я не рекламирую Айову, я не говорю, что здесь всем хорошо, но для меня прекрасно. Я не люблю города шумные, не люблю шумные селения, там какие-то где-то крутизну какую-то. Я человек простой, деревенский, и здесь мне больше нравится жить. По погоде, по ну, местности, все как-то, как у нас в Украине. Ну, надеюсь, что я по большому счету вам ответил на ваш вопрос, Галя Мусина. Я не знаю, отвечала ли я вам на ваш вопрос. Вы спрашивали меня, что я вожу. Я, если отвечала, извините, еще раз отвечу. В голове не держится все. Я вожу все практически, кроме каких-то химикатов, потому что я не повышала категорию на химикаты. Хотя думаю об этом. Я думаю, что нужно сделать, потому что, во-первых, компания платит больше, если ты имеешь на химикаты категорию. А во-вторых, груза больше оплачивается тоже, кстати, химические, когда ты его возишь. Ну и, конечно же, заморочки больше, потому что ответственность и все остальное. Я знаю, что вы сейчас кто-то напишет мне, наверное, видео не очень так темнит немножко. Ну, потому что у нас на Айове сейчас жара. Чтобы вы понимали, где-то под 40 по градусам, очень большая жара. Вот. У меня, я взяла такой маленький отпуск, недельки две, а может и больше, может и три возьму, посмотрю. Вот съезжу к родным, повидаюсь, и дома очень много чего нужно было делать, и
сделал, уже еще надо делать. Свой дом — всегда какие-то заморочки, всегда какие-то дела. Поэтому сейчас я вас переключу на айовский. Поэтому нужно было взять отпуск и немножко поработать. Жизнь прекрасна, друзья. Лето начинается, и как-то вот все оживает, и как-то настроение другое совершенно. Поэтому как-то так, друзья. Еду, естественно, где буду, буду снимать по возможности, что-то показывать, ставить ютубчик. Опять-таки, для, если есть новые подписчики у меня, я хочу объяснить, что это канал не моя, это не моя какая-то приоритет моей жизни, что я этим живу, и мне это надо снимать, чтобы как-то прожить. Мне это не надо, я просто это делаю за удовольствие, поэтому я никогда не буду слушать, там, кто мне что говорит, делай то, делай все, давай делай. Мне много там предложений было, даже писали, типа, давай мы тебе продвинем канал. Спасибо, мне это не интересно, мне не надо ничего продвигать, меня все нормально. Я не стараюсь и не гонюсь за этим. Я просто что вижу, то снимаю. Просто хобби, просто так. Поэтому всем спасибо, кто со мной, друзья. И, естественно, если что-то где-то интересное будет, я нажму кнопочку. А пока, ведь. Я всем говорю до свидания, до новых встреч в Ютубе. Берегите себя, берегите своих близких. Украина, мое сердце с вами. Скоро все будет добре. На все є початок и на все є кінець. Всем добра и мира, друзья. Пока-пока.